У тебя нехорошая вот эта вот, сзади все открыто, и спереди. Спереди и сзади открыто. Нет, это не годится, это не христианское. Должно быть всегда все закрыто. Так, подскажи, Сережа, подскажи, что у нас на тарелке не склоняются. Подскажи. Она поняла, сказала. Да, прекрасно. На кусочек руку. Вот убирают после собрания, трапеза всегда. Ну-ка, кто тут есть? Вот так. А почему не за столом-то? У нас сидят только за столом. Во время поели, значит, а кто это отодвинул шторку совсем? Не знаю. Ну-ка, найди там, которая нижняя шторка. Так, подожди, там можно, ну, вот так вот, сделай, иначе все видать. Вот такой порядок. Все, ешьте за столом, чтобы не терять нигде. Опа. Как она это прошла. Нет, не закипела еще. Батюшка, не надо лучше еще делать. Не закипела еще. Я здесь. Давай, Шася. Ты все должна принимать с любовью. Тебе, за тебе заботятся-то. Людей опыт есть, и я тебе это говорю. Если нет ничего надеть, мы сразу купим. Мы можем теперь это делать. Так, я просил, вот здесь вот просят, найди кого-то еще. Мокрой тряпкой протереть скорее, соль вот эту собрать. Вон, видишь, белая которая. Просто она тряпку взять и не очень сильно намочить. Где она? Это он здесь зашел, это Вася занес соль. Ее надо скорее убрать, чтобы она дальше не пошла. Это тряпки все на веранде. На веранде, где налево занес. Вот это вот белое, это он соль где-то наступал и занес, он сам говорит. Вот так. Так, поскорее отсюда убрать, ждут нас. Видна из города та темная гора. Уж много лет назад там распяли Христа. На крест ведем он был, и кровь за нас. Они один раз пели вот так вот. А стаканы Николай Польгуев и Вита, я написал на их фотографии, они не пьяные. Это на корабле, говорит, там же все записывается. Но один провожали его на корабль. Корабль уходит на полгода в море. Ну, пришел, маленько выпивший. А капитан записал. Помощник мой, говорит, штурман, был выпивший. Тот пришел, журнал-то смотрит, а ты еще пишешь-то. Ну, я один раз. Ну, один раз все равно ж было, я правду пишу. На следующий день приходит капитан, а штурман записал. Сегодня капитан был трезвый. Он говорит, так по-твоему, что я каждый день пью? Не, ну ты ж трезвый был. Я и записал.